Очень напряженный рабочий график и не менее насыщенные и активные выходные все никак не позволяют ведущей и певице Ольге Бузовой прийти в себя. Не так давно она призналась, что серьезно заболела. А недавно пожаловалась своим фанатам в Инстаграм на покинувшую звезду работоспособность. «Я хочу только есть и спать уже второй день подряд. Даже лень снимать сторис и фотографироваться, представляете? Что со мной?» – недоумевает звезда. Подписчики отметили, что, возможно, у Ольги произошло эмоциональное и физическое выгорание. Они посоветовали ведущей просто есть и спать, пока не захочется снова что-то делать. «Может, у всех такой период, но я сегодня уснула прямо с бокалом кофе с утра за столом», – пожаловалась в ответ поклонница. Другие предположили, что Бузову кто-то сглазил или она, наконец-то, забеременела.